Пане Романе, і от оперативна інформація, під час того, як ми з вами от почали цю розмову, з'явилось офіційне повідомлення і відео від нашого від підрозділу 95-ї десантно-штурмової поліської бригади. Вони офіційно повідомили, що ще в одному напрямку прорвали кордон на Курському на Курщині. Вони, правда, не кажуть де, але я так розумію, що це може бути десь в районі Веселого, де і раніше прорвали кордон. І як мені уявляється, то це таким чином ми розриваємо ті сили окупантів, які намагаються зупинити ці от прориви. Взагалі, от другий прорив, він насправді може створити неприємності для росіян? Направлення на Москву, ми самі теж це второй год говоримо, крайне пуганих ідіотів. Путіну Байден пообіцяв, скоріше всього, Любенц или Саліван, хто-то із цієї троїці великої. Путину пообещали, что украинские войска на российскую землю заходить не будут. И он там ничего не держал. Там не было ни фортификаций, ничего абсолютно. Быстро создать это невозможно. Потому направление в сторону Москвы разное. На Брянск, на Белгород, на Курск. Это направление еще несколько месяцев оно будет открыто. И есть возможность уничтожать российские войска, которые не успевают ни закрепиться, естественно, не без боевого слаживания, также бросают туда практически на убой, пытаясь остановить наше движение. Чем и пользуются наши сейчас вооруженные силы на Курской земле, выполняя основную задачу – уничтожение противника. Все равно, где бы вы его нашли, хоть на Аляске, если вдруг россияне сейчас они там начинают топтаться в сторону Аляски. Если они туда пойдут, там тоже их можно уничтожать. Главное – уничтожить большее количество личного состава, техники, боеприпасов и руководящего состава. Вот оптимальный вариант это делать как раз по Курщине, под Белгородщине, по Брянщине. На данный момент, просто исходя из той ситуации, в которой мы оказались. Российская армия в основном на Восточном, на Южном фронте, а на Северном фронте ее просто нет. И те части, которые разрознены, их можно, конечно, давить, что сейчас и делают наши ребята, вот 95-е в том числе. Прорывы могут быть в нескольких местах, там как минимум это с района Веселого в сторону того же Глушкова, допустим, чуть восточнее, на станцию Глушкова может быть прорыв. И не исключаю работу наших войск со стороны Глухова в сторону Рыльска. Однозначно там надо также продумывать эти все процессы, чтобы на Рыльск заходить не только со стороны Суджи с левого берега Сейма, а еще и с правого берега, со стороны Глухова на Рыльск. Почему россияне, в принципе, организовали сейчас там уже последние несколько дней идет эвакуация местного населения. Это как раз вот показатель того, что они чувствуют, видят подготовку, вот разведка у них все-таки работает, видят подготовку, в том числе и движение туда. Это еще одна крышка котла в районе Снягости для россиян и Теткина, то есть те два котла, о которых мы уже где-то с несколько недель говорили.